Лисы обыграли барсов и взяли первое место. Борьба за кубок развернулась в 12-м округе, где 8 дворовых команд по футболу в течение нескольких дней выясняли, кто из них самый сыгранный. Победителей поздравила наша съемочная группа. Вратаря команды Лисов Георгия Пашкова соперники прозвали непробиваемым. Еще бы, в 4 играх он пропустил всего 1 гол и в итоге был признан лучшим вратарем турнира. Во многом благодаря его игре команда выиграла финал. Правда, о своих заслугах Георгий говорит скромно. Хотелось бы отметить игру команды. Очень хорошо играли, слаженно, как бы сыграно. Хотя, ну, совсем, скажем так, ну, недавно были собраны. Хорошо сыгрались, а, ну... Себя я, ну, как бы не хочу отмечать. Я играл активно на игроков, старался, чтобы меньше бросков было и выпинуть с ворот, чтобы остальные игроки забивали голы, чтобы мы отрывались в счете и выигрывали. К слову, финал выдался действительно интересным. Многие из ребят в хорошей физической форме. Некоторые профессионально занимаются спортом, хоккеем и легкой атлетикой. А футбол для них любимое хобби. Гоняют мяч во дворе в свободное время. Ребята, которые представляли команду «Барс», хороший соперник, хорошая игра была, особенно в первой половине. Вот, во второй половине, ну, скажем так, соперника наказали за их ошибки. И, соответствующий результат, наша победа 2-0. Организатор турнира, депутат городского собрания Александр Мухин, проводит соревнования уже 3-й год. Правда, в этом произошли некоторые изменения. Турнир у нас традиционный. Раньше у нас была коллаборация с 9-м округом Олега Петровича Ширяева. Постоянно мы традиционно проводили эти турниры. Сейчас вот решили, так сказать, сделать отдельно турнир, потому что очень много желающих. Помимо лучшего вратаря, на награждение объявили лучшего защитника, им стал Александр Попела, а лучшим игроком признали Максима Васяева. Все участники и победители получили кубки, сувениры и сладкие призы. Юлия Черешнева, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.